Всем привет! Настал тот день, когда нужно гнать нашего Рено Логана на техобслуживание. Пойдемте вкратце скажу, что нужно будет нам поменять. Первоначально у нас стоит в приоритете ремень ГРМ, а дальше пойдет навесной, потому что он уже очень посвистывает на холодную особенно. Так, ну тормозная жидкость, естественно, и охлаждающая жидкость. Также посмотрим, может быть еще будет замена сальника коленвала переднего и помпы. Но это не точно. Ну, по крайней мере, помпа. Коленвал мы глянем, что там будет. В общем, выдвигаемся в Logan Shop. Все, погнали. Тем временем, господа, я прибыл в Logan Shop. Сейчас мы будем посмотреть, что здесь такое. И с чем это едят. Ну что, поехали, заезжаем. Нас пригласили уже. Сейчас посмотрим, что там нам скажут. Вот так вот это Logan Shop выглядит со стороны. О, Logan. Еще один Logan. Сейчас я вам загоню Logan'а. Только купили ГРМ, тормозуха и антифриз. А это я уже все согласовал. Я вас не снимаю, у вас даже это. Только ноги. Ноги-то можно? Ноги можно. Какой дядечка прям вообще. Вот это вот фильтр такого размера масляный. Правда, ну, заточено. Вот они, ремешки старые. ГРМ и приводные. Ну так уже, конечно. Бонусом мы имеем, видимо, мененную рулевую рейку полностью, потому что, смотрите, здесь все чисто, а вот здесь у нас идут подтеки. Вот здесь вот все мокро, а рейка сухая, новая. Бонус приятный. Да, господа, хочу подметить, что этот Logan у нас еще и с стабилизатором. Да, в Logan'ах его убрали. Так же, как и в Sandero, оставили только стоповых. Ну, это он только-только начал пахнуть. Только-только, да? Да, вот у него запах мягкий. Ну что, парни, все, работа окончена, сейчас пойду оплачивать, и все, и поедем долго. Сделали большое крупное ТО, поменяли ремень ГРМ, поменяли антифриз, поменяли тормозную жидкость, поменяли приводной ремень, вот масло поменяли, самое главное, залил Эльф 5.30, какое здесь и было залито. Теперь двигатель полностью обслужен,
в эти узлы уже не нужно будет ездить примерно 60 тысяч километров. Также, ребят, купил свечи оригинальные, еще французского производства. Сейчас пойдемте покажу, как они выглядят. А вот, собственно. А, еще взял фильтр воздушный. Вот, надо будет поменять, на днях поменяю. Вот так у нас выглядят свечи. Оригинальные свечи. В общем, вот такая двухконтактная свеча. Вот она. Свечки это оригинальные и будут служить примерно 30-40 они точно выхаживают. Вот, ребят, вот такая вот у нас получилась сегодня серия параножки. Я думаю, что следующая серия будет уже, как я поехал в сам Новосибирск. Вот. Собственно, и затем уже в Новосибирске я сниму полностью тест-драйв. Ну, не тест-драйв, а обзор. И расскажу, как эта машина повела себя на трассе, комфортно ли в ней долго ехать. В общем, все, ребят, спасибо, что посмотрели. Не забываем про лайки, подписку. Всем пока.